Дорогие друзья, вы находитесь в магазине Автокаста, и, конечно же, всем нашим любимым клиентам по клубным карточкам Автокаста всегда будут скидки от цен сайта. Смотрите видосы, смотрите динамики, звоните, пишите, делайте заявки. Будет все отлично. Всем привет. Порядка, не знаю, тут вес не указан. Порядка 5 килограмм, даже больше. На сайте есть характеристики, сколько он весит. Дальше рассмотрим один из самых дорогих, интересных среднечастотников, самых громких, сказал. То есть Эльфард не пошел по пути там изготовления аналогов фиолеток, там этим саунда, динамиков он сделал свои. M60 Neo они называются. Динамики идут вот с такими грилями в комплекте, это пластиковые грили. Очень красиво, классно смотрится, как пчелиная сота, такая уже квадратная. Динамик имеет такую корзину, у него используется неодимовый магнит, вот такие вот клеммы для проводов, вот так сделаны подводящие. Удобный в инсталляции и очень громкий динамик. Сейчас мы тоже их послушаем. Самый громкий DevBonz M60 Neo. Sun, you won't scream on the shore.